Привет, друзья, добро пожаловать на самый жаркий канал. Вот у нас сегодня такой вот первый весенний погожий денек наступил. И в этот погожий денек я вам хочу похвастаться одной новинкой, которую сделал компания Теплов и Сухов. Кто не знает, Теплов и Сухов производят дымоходы. Но они втайне от всех еще начали производить печи. И первый подопытный образец печи, профессиональный, у меня теперь есть. Мы его сегодня затестим, и я вам расскажу, что к чему и что. Собственно говоря, вот он у меня в руках. Вот. А вы не смотрите, что эта печка выглядит вот так вот странно и похожа на отвод под 45 градусов. Вот. Здесь даже секретный код нанесен, чтобы никто из конкурентов не догадался. Что же это такое? Это на самом деле ракетная печь для сжигания веников. То есть, когда вы веники в бане использовали, делать их некуда. Вот, можно яишенку пожарить. Вот. Сюда вставляется у нас веничек. Сейчас я вам покажу, как все это происходит. Как же это все дело работает, собственно говоря. Вот у меня в руках использованные веники. Их раньше выбрасывали или что-то подметали. Но компания Теплов и Сухов пошла дальше. То есть на этой штуке можно яичницу приготовить. Печка сама стоит достаточно дешево. Устанавливается прямо в землю. Не надо бояться. Вот, видите, как здесь все продумано. Вот. В разработке принимал участие сам Сергей Геннадьевич Шмырин, генеральный директор компании ТИС. Вот. Что же происходит дальше? Мы вставляем вот в это отверстие наш веник. Вот так вот, да? Но это ракетная печь, кто не знает. Вот, вставляем веничек. Мы здесь в центре Москвы находимся, поэтому особо сжечь нельзя. Сейчас попытаемся по-быстрому это все сделать, вам показать. Что ж такое-то? О! Понеслась душа. Вот, и опускаем это все туда. Хоба. Видите, огонь пошел. Опа. Вот такая вот ракетная печь. Что самое прикольное, вся эта штука стоит достаточно дешево. Винчик горит прям на ура. Вот это стоит меньше 1000 рублей. За печь из нержавейки я считаю, что это прям даром. Вот, короче, вот такое вот суперское изобретение от компании Теплов и Сухов. Не забывайте подписываться на канал. Ну и кто заинтересовался, вы всегда можете приобрести такую печь у нас в интернет-магазине. Сайт называется ruspar.ru.